Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня я хочу поделиться своим опытом с начинающими садоводами. Расскажу о 6 основных проблемах, которые встречаются при выращивании рассады. И доступным языком объясню, как их быстро решить. Первая проблема – это вытянутая рассада. Чаще всего она возникает при нехватке света, нехватке питания, слишком высокой температуре воздуха в комнате и загущенности посадок. В идеале температура в комнате не должна быть выше 23 градусов, а лучше всего 21. Лампы подсветки располагайте не на 30 сантиметров от рассады, а на 15-20. И расставьте горшочки более свободно. А если же рассада слишком вытянулась, то пересадите ее в вытянутую тару, к примеру, в обрезанные пластиковые бутылки и хорошенько заглубите. А в случае холодной и долгой весны можно обработать рассаду препаратом от лет. Вторая проблема – это черная ножка. Одно из самых частых заболеваний рассады. Если растения полегают, темнеют в нижней части ствола, это точно черная ножка. Основные причины – это переувлажнение почвы, зараженный грунт и переохлаждение почвы. Следует немедленно прекратить все подкормки и полив, пока земля в горшочках хорошенько не подсохнет. После просушки полить землю фундазолом или топсином. Третья проблема – когда рассада плохо растет после пикировки. Такое случается по многим причинам. Возможно, осталась воздушная полость у корней, то есть не прижали грунт при пересадке. Когда рассада застывает в росте, мне всегда помогает циркон плюс янтарная кислота. Одна таблетка янтарки объемом в 0,5 грамма и одну каплю циркона на 1 литр воды. Опрыскиваю по листу и поливаю по 1 столовой ложке под корень. Через 5 дней рассаду не узнать. Четвертая проблема – это бледные желтенькие листочки. Причин может быть несколько. Основные – это нехватка освещения, питания или же грунт слишком кислый. Добавьте подсветку и подкормите азофоской в пропорции 0,5 чайной ложки на 1 литр воды. Если это не помогло, то скорее всего у вас кислый грунт. В таком случае поможет доломитовая мука. Пятая проблема – это когда листочки приобретают фиолетовый оттенок. Обычно так происходит из-за нехватки фосфора. А может быть, что грунт слишком холодный или же опять кислый. В таком случае фосфор становится недоступен корням. Нужно поставить растение в тепло и полить комплексным удобрением и подождать дня 2-4. Ну а если это не помогло, то полейте доломитовой мукой. Скорее всего, причина в кислом грунте. И шестая проблема, если на рассаде появились сухие края листьев. Скорее всего, не хватает калия. Для этого полейте сульфатом калия 0,5 чайной ложки на 1 литр воды. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!